Первый звонок на торжественной линейке. Нарядные школьники. В первый день нового учебного года черно-белая форма выглядит особенно ярко. Букеты, разговоры, знакомства. На школьной линейке миллион важных дел. Каждому звуку внимают первоклассники. У них такой праздник в первый раз. Наконец близ мечты. Впереди учеба. Всюду яркие цветы. Этот день особый. Первый урок первоклассников посвящен Олимпиаде. От начала истории в древности через современность до будущей в Сочи. Ребята выучили стихи о спортсменах, Олимпийских играх и победах. Читать впервые перед большой незнакомой аудиторией – уже победа. Для сражений мирных будет поле боя, стадион. Пусть в Олимпию прибудет, кто отважен и силен. Пройдет неделя, и ребята познакомятся. Первую школьную дружбу кто-то сохранит на всю жизнь. А пока первоклашки знакомятся между собой, знакомятся с учителем, системой уроков в школе и домашними заданиями. В будущем у каждого 11 лет школьной жизни. Интересной и увлекательной. Наталья Пухальская, Роман Карпов. Анапа регион.